Купить елку домой, нарядить новогоднюю красавицу во дворе или украсить ею автомобиль, а Митча решил нестандартным образом создать себе и окружающим праздничное настроение. В багажник вместительного пикапа уместилась средних размеров сосна, закрепили дерево растяжками, чтобы во время езды оно не представляло опасности для других участников движения. Законченный вид композиция обрела с новогодними игрушками и гирляндой, которую подключили к электропитанию автомобиля. Выглядит все действительно привлекательно, особенно в темное время.